решила немножечко сбросить вес. А то вес пополз вверх. Нашла вот такой рецепт. Тестирую его. Для рецепта нужно взять 150 грамм овсяных хлопьев. И литр отфильтрованной воды. Заливаем все это на ночь, потому что смесь вот эта должна разбухнуть. Овсянка должна разбухнуть. На утро это выглядит вот так. То есть с вечера замочили. Получается вот такое молочко с кусочками овсянки. Я процеживать не буду, а буду применять так. И принимаем в течение дня. Называется молочный коктейль. Овсяно-молочный коктейль для похудания. Приятный вкус. Такой овсяный кисель, я бы его назвала. Вот сейчас на завтрак вот такую кружку большую я выпью. В этот коктейль можно добавить и яблочки, также блендером измельченные. Но я добавлять ничего не буду. Вот в таком виде я его и буду употреблять. Кому не нравится кусочками, можно перемолоть вот на кофемолке. Получается прям мука. Всем удачного похудания!